Воин света знает свои слабые стороны, но знает и то, чем одарен. Иные жалуются, нам не представилось возможности. Быть может, они правы, но воин никогда не даст себе оцепенеть по этой причине. Нет, он напряжет до последнего предела силы и дарования. Он знает, что лань сильна проворством своих ног, а чайка тем, как зорко высмотрит рыбу, как метко выхватит ее из воды. Воин знает, что тигр не боится гиены, ибо уверен в своей мощи. И тогда воин старается постичь, на что же он может рассчитывать. И он проверяет свое вооружение, а состоит оно из трех вещей – веры, надежды, любви. Если в наличии первое, и второе, и третье, воин без колебаний продолжает путь.